«Зенит» играл с «Териком», тогда вкратце расскажу историю. Вот буквально это было позавчера, значит, играли в Чечне. Значит, и «Зенит» выиграл, там чудом на последней минуте забили гол, значит, 2-1 выиграли. И болельщики «Зенита», они, значит, по традиции по своей, они разделись до пояса и стали петь песни, и это самое, двигаться. Чеченцам это не понравилось, и они пошли им морду бить. Так. Ну, соответственно, что вы об этом думаете? В человеке внутри сидит все-таки до сих пор первобытный какой-то человек, первобытная сущность. Кого-то больше, кого-то меньше. Подраться – это нормально. Особенно после какого-то события. Ну, вообще, арена, футбол – это же, ну, там, от гладиаторских боев все это идет. Да. Удивительно, что сейчас это популярно. Май, виды спорта вот эти, может, кровь, такого же не было раньше, сейчас прям кровище льется рекой. Людям нужен, ничего не изменилось со времен Нейрона, хлеба и зрелищ, больше ничего не надо.